Мы продолжаем рассказывать о том, почему важно вакцинироваться против COVID-19. Подробности в сюжете. На сегодняшний день вакцинация – самый эффективный способ защиты против коронавируса. Основной принцип ее заключается в введении пациенту ослабленного или убитого болезнетворного агента, благодаря чему организм человека станет вырабатывать антитела для борьбы с заболеванием, и в конечном итоге выработается иммунитет. Вакцинация – это, конечно, шанс приблизить время окончания пандемии. И, конечно, ни о каких 500 днях мы здесь говорить не должны. Чем за более короткий период времени мы вакцинируем максимальное количество населения, тем быстрее мы справимся с коронавирусной инфекцией. И на самом деле вакцинация сейчас – это процесс, когда можно резко снизить концентрацию вируса в популяции, просто за счет иммунности. Вакцинация является не единственным способом обрести иммунитет. Его можно получить и естественным путем, то есть переболеть. Но стоит понимать, что этот путь крайне опасен, и никто не может знать заранее, каким последствиям может привести болезнь. Вакцинация же не вызывает у привитых тяжелых реакций. А вот COVID-19 оставляет за собой у пациентов в лучшем случае расстройство сна, депрессию, снижение памяти, умственной работоспособности. В худшем случае – смерть. Мой путь является один из самых худших – вакцинироваться. Вакцинироваться через переболеть, через болезнь. Я вообще, честно говоря, не знаю, во-первых, еще какие последствия. Те, кто живут вместе со старшим поколением, думайте, потому что вы можете убить своих близких. Это прежде всего обращаясь к молодежи. Приобрести иммунитет с помощью вакцины, нежели болезнью, важно еще и тем, что так мы точно не станем заражать окружающих. Ведь коварство COVID-19 заключается еще и в том, что симптомы его появляются далеко не сразу, с момента заражения. То есть вирус уже размножился, он хорошо размножился, человек его начинает распространять, и он его распространяет 5 дней, как минимум, до того, как у него появляется симптоматика. Напомним, что пройти вакцинацию можно в университетской клинике Казанского университета по адресу Вишневского, 2А. Телефон для записи 233-3000. Однако стоит обратить внимание, что есть и противопоказания. Возраст до 18 лет, беременность, ОРВИ и обострение хронических заболеваний. Помните, что делая прививку, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Диана Желенкова, Универ Ньюс. We'll be right back.